Привет, друзья! Опубликованы кадры штурма в районе Георгиевки, опорного пункта украинской армии, расположенного рядом в лесополосе. На видео показано использование российского, предположительно, танка Т-72 и бронетранспортера БМП-3. Группа боевых машин двигается под огнем украинской артиллерии в сторону опорного пункта. При приближении к позициям танк и БМП начинают подавлять огневые точки, после чего из БМП-3 высаживается десант и штурмует опорный пункт. Видео снято на Марьинском направлении и сокращено. На этом на сегодня все. Друзья, спасибо за просмотр и помощь каналу. Мы осветим все.